Виноват! Это Курт Уайт. Я веду свой репортаж с места, где прошел ожесточенный бой между войсками ДЭС и небольшой группой биотеррористов. Сейчас вы видите, как огромное здание, построенное ДЭС, тонет в ледяных водах залива Пьюджет Саунд. Очевидцы утверждают, что выжила только глава ДЭС Августина Брук. Видели, как она направлялась к бетонной башне, которая стала штаб-квартирой ДЭС почти 2 недели назад. Пока, к сожалению, все наши попытки связаться с мисс Брук не привели к успеху. Мы будем держать вас в курсе. К нам непрерывно поступает сообщение о митингах, на которых сторонники ДЭС требуют любой ценой подавить мятеж биотеррористов в Сиэтле. Это были новости в прямом эфире с Куртом Уайтом. Редж, прости, ты прав. Ты говорил, что Хэнку нельзя верить, но я не слушал. Но я клянусь, этот ублюдок мне заплатит. Где Хэнк Потри? Он в сговоре с Августиной! Где он?
Говори, где Дотри? Черт! Надо было хоть одного оставить. Но я знаю, что он жив. Надо найти его. Стоп-стоп, он же мне звонил. Он у меня должен быть во входящих. Есть. Зачем это Дес явился за Хэнком? Чтоб вас всех! Вам нельзя доверять! Где вас черти носят? Непредвиденная задержка. Оставайтесь на месте. Мы отстаем от графика, но мы сообщили об этом Ваткинсон. Вы должны меня защищать, а сами даже не явились. Она обещала, что обо мне позаботится. Планы изменились. Встречаемся на углу Терстон и Калверт. Выдвигаемся оттуда. Что там вообще происходит? Палят из всех стволов. Ха, как будто война. Надо найти Хэнка, пока он не слинял.
Боже, это все Хэнк? Хэнк, ты тут? Я тебя не боюсь! Вы ошиблись, биотеррористов. Черт, Хэнк ушел. Надо опять отследить. А с чего ты взял, что мы выпустим такую крысу из города? У нас был уговор. Нет, у тебя был уговор. С моим боссом. Ее здесь нет, зато есть те, кто клялся искать и убивать биотеррористов, а не помогать им, тем более предателям. Я
Я сделал, что вы хотели. Вы же обещали. Я обещал? У меня тут в Сиэтле уже 7 товарищей погибло от рук биотеррористов. Я поклялся, что найду и прикончу вас всех, твари. Вот это обещание я сдержу. Когда Августина узнает, что вы меня кинули? Мисс Августина там у себя в башне может договариваться с кем угодно, о чем угодно. А тут на земле больше 1000 бойцов. И наша цель — найти и убить. Даже 1000 солдат не спасут тебя от меня, Хэнк. Здесь мне сигнал не поймать. Ну, он должен быть где-то здесь. И, как всегда, на крыше. Надо залезть на крышу, где хорошо ловит. Не может быть. Он где-то рядом. Надо еще раз поискать. Видали? Выходит, я и без вас могу легко обойтись. Но ты пока еще в городе. Ну да, за мной через весь город тянется след из ваших трупов. Если сунете нос на пристань, я вашими кишками еще полморя завалю. Он идет к пристани. На суше уже места нет. Видимо, скоро мы с ним встретимся.
ублюдок! Она убила Реджи! Я не знал, богом клянусь! Ты не знал? Ты все подстроил! Она сказала, что просто хочет поговорить с тобой! И ты ей поверил, да? Она садистка, каких поискать! Но она еще ни одного проводника не убила! Мой брат был бы сейчас жив, если бы не ты! У нее была моя дочь. Я, наконец, доберусь до тебя, Августина. Итак, час пробил. Жители Сиэтла, пора забрать наш дом у тех, кто хочет его разрушить. Биотеррористам нет места в нашем городе. Их необходимо изолировать, упрятать подальше от нормальных, порядочных граждан. Ради всеобщего блага. Пусть поторопится, а то больше не останется нормальных людей, которых нужно от меня защищать. Мне надо в башню. Граждане Сиэтла, мне стало известно, что на город снова напал биотеррорист Белсин Роу. В результате его деяний уже сотни верных солдат департамента и невинных жителей Сиэтла лишились жизни. И это ты называешь разгулом террора? Да я пока только разминаюсь. Вон он! Это мутант Роу! Живым ты из города не выйдешь! Мне надо в башню. Добрый народ Сиэтла, заклинаю вас! Положите конец кровавой резне, которую устроил в городе Белсин Роу. Он перебил уже не одну сотню кратно.
Может, среди них были ваши соседи, ваши родные? Элсин Роу лишил жизни бесчетное число моих храбрейших бойцов, солдат Департамента Единой Защиты. Они отдали за вас жизни! Пусть эта жертва будет не напрасной! Элсина Роу нужно найти и покарать любой ценой! Хочешь их спасти, Августин? Тебе нужно правосудие? Сначала придется остановить меня. И, кстати, желаю удачи! Так, трансформатор должен быть на крыше дома напротив башни. Нужно добраться до Августины.
Если отключишь ограду, назад пути не будет. Так какой у тебя план? Возьмешь ее живьем, чтобы весь мир узнал? Или просто отомстишь за Реджи? Сдохни, сука. Ладно, это уже что-то. Даже если остальное все еще включено. Вы, гады, повсюду! Нифига себе! Привет! Я нашла кучу трупов, подумала о тебе и пошла по следу. Ты не против? Рад меня видеть. Да я бы справился. Ага, кому ты заливаешь? Составишь мне компанию? Шутишь? Посмотреть, как плечом к плечу сражаются два моих любимца? Ни за что не откажусь. Ага, новые дымовухи. Thank you.
Только бы получилось, только бы получилось. Да они просто лохи. Давай что-нибудь посерьезнее. Ладно, ладно, это серьезнее. Я не могу стрелять, Марко! Это пригодится. Впереди пойдешь ты. Со спины ты красивее. Это пригодится. Это пригодится. Это пригодится. Это пригодится. Это пригодится. Это пригодится. Ищешь. Ранира, ты меня спасаешь.
Ниро! Самое время мне помочь! Просите, и вам воздастся! Юджин! Однако умеешь ты уравнять шансы! Хорошо иметь влиятельных друзей! Юджин! Однако умеешь ты уравнять шансы! Хорошо иметь влиятельных друзей! Юджин! Однако умеешь ты уравнять шансы! Хорошо иметь влиятельных друзей!
сила гнева моих демонов! Давай не выражайся, Юджин! Ди, давай сюда, это нужно видеть. Вот тебе еще трамплин. О, думаешь, это тебя спасет? Похоже, тут нужен другой трюк. Похоже, вся крыша бронирована. Сейчас лучом попробую. Разрезать сможешь? Да! Если вы с ангелочком, меня прикроете. Не бойтесь! Я вас прикрываю! Франира, как там? Не торопи меня, Ди. Я этого не люблю. Еще немного. Есть! Действуй, Ди! Заходи внутрь и хватай Августину, а мы с Юджином тебя прикроем. Иди и положи конец правлению Августины, а мы с дамой тебя прикроем. Ну? Добрался без происшествий? Я знаю, что ты сделала. Подстроила аварию с Хэнком. Выставила Юджина и Проныру монстрами, чтобы запугать горожан. А потом героически всех спасти. Я просто защищала проводников. Защищала? Ты хватала их. Сажала в клетки. Ты их использовала. Да, Абигейл и Юджину пришлось стать монстрами, потому что иначе охотники на монстров остались бы не у дел. Боишься за свою работу? Это причина? Ты чуть не сорвал мне всю операцию. Но в итоге, как раз ты, дорогой, мне и поможешь. Снаружи толпа. Им нужна твоя смерть. А теперь люди увидят, как я лично избавляю их от самого опасного за 7 лет биотеррориста. Я обеспечу ДЭС финансирование еще лет на 20. Как я рада, что ты подвернулся. Не спеши. О, нет. Думаешь убить меня? Да, ты угадала.
Хочешь мою силу? Будь по-твоему. Семь лет назад мое подразделение отправили спасать людей от нового врага. Проводников. Людей, чью силу никто не понимал. Они умели убивать. А еще делать других такими же, как они. Я подобрала одну девочку. Она шла следом за мной, пока я пробиралась назад к батальону. Вместе мы прошли через погруженный в анархию город, где все хотели нас убить за то, кем мы стали. Обычные люди превратились в линчевателей. Их приводила в ужас мысль о том, что среди них могут быть проводники. Мы никого не трогали. Но они видели в нас чудовищ. А когда в город вошли военные, те увидели в нас лишь угрозу. Я была проводником, была солдатом, но я не могла быть и тем, и другим. И я приняла решение. Это был единственный выход. Сдав живым первого проводника, я завоевала доверие властей. И это было только начало. Они дали средства на создание ДЭС. Они думали, что мы мутанты, которые ловят других мутантов. Но они не видели главного. Я хотела спасти как можно больше проводников. Если моим собратьям осуждено было выжить, то только за стенами Гердан-Кей. Семь лет. Я берегла их. Я никому не дам погубить свой труд. Ни правительству. Ни армии. Ни тебе. Семь лет ты просто держала их в заперти. Ты отняла у них свободу. Скажи, что бы ты сделал? Распахнул бы для них двери Гердан-Кей? Выпустил бы всех? Да, да, именно так. Мир за семь лет ничуть не изменился. А у меня безопасно. Они живы. Выпустишь, они и недели не протянут. Так скажи мне, кто из нас спаситель, а кто монстр? Ты добился своего. Молодец. Теперь у нас у обоих есть эта сила. Вот только нюанс. Я семь лет училась ей управлять. Юджин! На помощь! Ничего не могу сделать! Мне нужен осколок! Ладно, Дэнс! Сейчас поищу! Держи! Еще! Thank you.
это поймать!